И всем привет, ребят, с вами Хайди, и мы продолжаем проходить Гаррета Вора 2014 года. И опять стражники идут. Пойду-ка я отсюда. Итак, и как я говорил в прошлый раз, мы, наверное, сейчас пойдем выполнять побочные миссии. О, запрос, смотри-ка. Так, сможем мне карту? Тут у нас миссии не побочные. В общем, я хочу немного отойти от сюжетных миссий и походить именно по побочкам. А также все-таки найти себе продавца, который нам может продать всякие... Думаешь, обещанное бароном будущее случится? Всякие отвертки, кусачки и тому подобные вещи. Я думаю, что вообще никакого будущего не будет. Добрый день, сэр. В ту сторону. Ну-ка. А, не та кнопка. Мне надо вернуться по улице назад все-таки. Да что у вас, ну как вот, как пробраться туда, если там все закрыто? Поверху истока. Это гром со стороны Дейпорта? Скорее, взрыв! И доносился он со стороны крепости! Столько труп входит и выходит из нее. Тут у нас проход к нашему квесту. От обычных путей я что-то не вижу. Опа, чирик. Так, переулок Басса, похоже, он сейчас уже закрыт. То есть, а, не, мы можем в него вернуться, смотри-ка. Да, хочу. Спальпил-то как ломит. Вот он, собственно, продавец. У меня есть товары для темных дел. А, и вообще можно продавать вещи. Вот они, гаечный ключ, бритвы, кусачки, ребят. Сила стрельбы. Дубленая кожанка. Что за кожаный? Увеличивает безопасную высоту для падения. Просмоленная кожа, что это дает. При ходьбе по некоторым поверхностям. Неплохо. Урон дубинкой. Да, как раз-таки нам пригодится. Вот теперь их пустили куда надо. Утеплённая рубашка. Счастливая монета. Предписание врача? Что? Пушистый колчан. Особренные охотничьи стрелы поражают цель бесшумно. А что, кстати, это пригодится. Краски, денег. У нас еще много. Выучим, наверное, побольше вот этой концентрации нашей. Ну и здоровье тоже.
приятно иметь с тобой дело. С тобой тоже, старик. Так она и сказала. Крепость падет нынче ночью. Ты опять представляешь? Опять бред незаренных, наверное. Крепость защищена лучше, чем мы. Вот именно. И половина стражи дежурит на крепостной стене. И все же... Вы вор, что ли? Мне круче. Эй, я видел ярмарочного зазывалу в Риверсайде. Низенького толстячка с фальшивыми усами. Они фальшивые? Короче, он приглашал меня. Отлично. Стража взялась за оружие. Они размажут озаренных по мостовой. Они боятся нас. Теперь у нас есть все, что нужно. Или тебя раздавит железный сапог барона. Да я сам кого хочешь раздавлю. Так, как бы нам тогда пройти? Все-таки вон туда. Чего тут нет нормальной карты? Стоп. Вот она карта. Там у нас дверь закрыта. И ко входу в банк. Там мы, кстати говоря, уже были. То есть, по идее, сюда-то можно вот через эти пропасть какие-то. Каким-то образом. Проходы. Так, выходим на Сталмаркет. Обезвреживать по всем правилам. А можно обезвреживать и без правил. Хорошая находка. Стырил. Что плохо прикручен, то будет моим. Так, а теперь, если я прав, то можно обойти эти ворота через этот переулок. Нет, это опять у нас путь на крышу. О, не знаю, ребят. Я пока что не знаю, кто попасть, может быть. Мне тут кажется, мы так пойдем на к заданию, в общем-то. А, нет, смотри-ка, впрямь. Проходим нормально. Долбанутые люди. Ручная работа. Заказ клиента. Ателье Альфонсо. Если верить Эктору, механическая рука для чесания спины здесь. Мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь с угрями. Ухожу, сэр. Ухожу. Да, я могу проучить. Кто это сделал?
здесь! Хватит дурака валять! Поди, крысы в трубах бегают. Аж вот. Да, конечно, особенно и избивают эти. Сбивают вазы со стен. Конечно, крысы. Кто бы сомневался, что это крысы? Я просил у гриедов об одежде, а не о гнилых обносках. Что это за пятна? Даже портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена. Не буду я платить ни гроша. Ладно, тогда мы посмотрим, что у тебя есть ценного. Стойте, стойте! Не спешите. Я найду, чем заплатить. Давай поживей. Нет? Просто свет гаснет. Что ж такого необычного? Просто гаснет свет. Кто там прячется в темноте? Тут какой-то бандит! Охрана! Я уж думал, до драки не дойдет. Да дьявол, как и меня заметили. Пригодится. Ау. Эй, хорош кидаться. Гаррет, блин, ну... как я ненавижу тилское управление. Прятаться тут особо негде. Световых стрел у нас нет. Ладно, будем играть жестче. Я, конечно, понимаю, что Гаррет против убийства, но тут черт. Поспи. Я тебя прикончу. Мышка. Так. Ну, реально мышка. Все. Может, смерть это неплохо. Что? Кто это сказал, может, смерть это плохо? Нет, неплохо. Что за больные люди? Примечание. Сменить поставщика ткани. Материал марки стирка обходится очень дорого. Поместье от Дерли. Простыни недоплата. Лорд Пембри. 8 костюмов. Клиент скончался. Неизвестная малиновая ткань. Поместье Кроуфорд. О, поместье Кроуфорд. Ну, там были в третьей части, кажется. Расходы стирка, реклама. Да ну все эти осматривания ящиков.
Я думаю, так ему будет спокойнее. Оу, еще кто такой? Здесь раненый! Стража! Может, смерть — это неплохо? Хочешь, я тебя убью? Пожалуйста, не трогай меня! А? На меня! По крайней мере, меньше будут орать. Зеркальце. Медальон. Ладно, а где сама рука? Смотри, как он так открывает. О, а вот сама рука. Прости, Альфонсо. Больше перчаток не будет. Знаете, чем-то на эту руку из Терминатора. Я думаю, у всех такая ассоциация. Бегите из ателье Альфонсо. Почему не бегите? Я что-то всех вырубил. Да не, карт, не. Маркет. Выполнено. Быть невидимкой провал. Да пофиг. У меня только одно убийство. А, ну да, правильно, стрела в глаз. Не пытайся избегать меня, Молли. Я дал тебе взаймы много месяцев назад, пора бы уже и честь знать. Жду тебя на старом месте, в улице Подкамечников. Иначе я сам тебе нанесу визит, Борис. Ну ж, Борис. Похоже, он не нанес визит. Ну что же, пойдемте отнесем руку нашему заказчику. Стоун Маркет, закоулок. Да, хочу войти. Веточка. С возвращением. Готово. Вот рука твоего друга. Фантастика. Вот твоя плата, мастер вор. Ты ее заслужил? Металлический человек не может говорить. Один из этих ублюдков сбежал с голосовым устройством, представляешь? Я нанял Чернорукого, чтобы вернуть аппарат. Но придурок попался страже. Вот что значит нанимать любителей. Несомненно. Поэтому я счел нужным нанять тебя, настоящего вора. С твоим талантом ты без труда доберешься до Чернорукого в тюрьме и украдешь голосовой аппарат. Ну что же. Нанял одного вора, чтобы украсть голосовой аппарат, но Чернорукого поймали и, скорее всего, уже повесили. Я должен найти вора и вернуть голосовой аппарат. Если я не доделаю металлического человека, меня вышвырнут из города. Вор-неудачник находится под арестом. Ищи голосовой аппарат в башнях стражи и возле виселиц. Как ты добрый, смотрю, около виселицы искать. Он явно уже думает, что его наемника повесили. Но туда мы пойдем уже в следующий раз, ребята. Пока что давайте отправляться по нашему основному заданию.
дерьма. Так, цели. Давай, опять вы тут заседаете. Как будто у стражи не пофиг на крики их граждан. Кстати, там у нас первый банк находится. А вот тоже сбегать будет туда. Друг в беде. Теперь к Джейкобу. О, дождик начался. Просто великолепно. В Грейстоуне много паникеров. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я недалеко от особняка Иствика, архитектор барона. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Какой-то страж происходит в этих местах. Аристократы. Вау, что? Взрыв? Басса, я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима. Это точно, Гард, это точно. Давай, Гард, поднимай балку, поднимай ее. Городской дом Иствика, как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Ладно, парни, помните, Иствик построил все. О, знакомый голос. Тайные коды, Септим, это ты? Механизмы, тут всего можно. Он заперся в своем кабинете. Как бы он ни дал дёра ночью. Разве Иствик не личный архитектор барона? Да. И он не уйдет отсюда без эскорта, представленного барона. Я надеюсь, что крепость горит не потому, что он проболтал. Ух ты, какой так еще капельки по лицу стекают. Тихо, совочка. Блин, как же нам там... А, вижу. Надеюсь, меня так не видно. Оп. Сколько лет в страже, оборону ни разу не видел. Стоп, а я же тут где-то видел, что можно забраться и по синей хреновине, по стенке. Чё? Клянусь, я что-то заметил. Ай, не оглушился. Вы можете спрятаться в шкаф, чтобы сохранить данные. А, блин, эти автосейвы. Ну да, это нельзя разбить так.
Блин, а что будет, если в человек выстрелить такой стрелкой? Ну, а на самом деле, мне было это просто интересно. Вот это бы отсюда убрать бы. Я вижу нарушителя. Его тут нет. Смотри в оба. Мало ли кто там. А? У нас тут нарушитель! Я его слышу! Горел мою страну! Я открыл дверь случайно. Я открыл мою страну, но они меня... А ну вернись, длинноногий! Теодор Иствик, служитель льва! По приказу самого барона Элиаса Нордкриста вы должны сдаться баронской... Нет смысла торчать тут с незваным гостем. Надо действовать. Приходите! Да, хреново, хреново. Ясно. Что-то их там понабежало, конечно. Похоже, нам надо будет спасать самого Иствика. Теодор Иствик! Служитель льва! По приказу самого барона Элиаса Нордкриста вы должны сдаться баронской страже! Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Мастер, надо действовать деликатно. Выходите! Вам же лучше будет! Мастер Иствик, откройте дверь! Он там в крысу Салли Джексом с собой играет. Бесполезно. Если щитовик не выломает дверь, мы тут всю ночь. Итак, надо бы найти планы. О, стекляшка. Так, что у нас тут такое? Светло-светлое помещение. Мадам. Больно. Так просто жестко вырубил ее. Интересно, что они кладут в баланде? Не, согласитесь, ребята, это было жестко. Что у них за птицы с такими странными голосами? Она типа умерла? Ладно, пофиг. Да, конечно, хреново, что нас служанка заметила. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Тут еще ходит.
Так, ладно, как я понимаю, у нас Истрик находится наверху. Мышка. Лицом вниз просто-напросто. Ага. То есть у нас все закрыто, да? О, красиво. Оп. Это я возьму. Так снял. А, и похоже, нам надо искать, как нам открыть эту чертову дверь, либо ее обойти. Но это, я думаю, ребят, мы уже будем делать в следующий раз, так что... С вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, ребят, всем пока, до новых серий и до новых врывов, конечно же.